Всем доброго времени суток, вы на канале HD. По просьбам в комментариях под прошлым роликом, решил записать вторую часть по скрытым сценам за кадром в игре The Quarry. Если вдруг не смотрели первую, то советую глянуть, подсказка будет сверху. А пока усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаечек, и мы начинаем. Hello, my friend. Welcome to the show. Неважно. И перед тем, как перейти к продолжению, в комментариях меня попросили показать сцену с трупом в озере. Также, в данной сцене я нашел еще один интересный момент. Если нырнуть камерой в воду, то можно наглядно увидеть, что Эмус с Джейкобом разработчики не научили плавать, поэтому они просто ходят под водой. Как тебе? Окей. Далее мы перейдем к сцене, когда Эмус встретит семью Хэкетов в лесу, и посмотрим, как это выглядит со стороны. Я такого еще не делал, парень. Сын, что? Эй, ты! Хорош ерзать! Дай шприц. Куснули ее, па. Откуда мне знать? Я не знаю. Дай гляну. Нет. А ну, отвали от меня! Давай, давай! Да, да! После того, как Эмма кинет петарду в дедулю, ему это так не понравится, что из-за пазухи он достанет невидимое ружье и будет палить из него. Теперь перенесемся в воспоминания Лауры и посмотрим сцену превращения Макса в оборотня. И как вы могли заметить, что Макс не превратился в оборотня, а кровь брызгает из Трэвиса. Скорее всего, это было сделано для экономии ресурсов игры, так как при обычном прохождении вы все равно этого не увидите. Сам же участок со стороны выглядит вот так. Но на полицейского он тоже не похож. Да тебе-то откуда знать? Я просто хочу выбраться из этой дыры. Далее перейдем к сцене, когда Макс действительно превратится в оборотня и нападет на Лауру. После нападения оборотень, как и в сцене с Эммой, приклеится к решетке в странной позе. Также в зеркале вместо отражения мы увидим заранее записанный ролик. Подобный прием использовался и в Resident Evil 8 в сцене с леди Димитреску. Пропустим пару неинтересных сцен и перейдем к моменту нападения Макса на Лауру. Ау. Черт.
чем дело? Я... Джейкоб! После напряженной погони я покажу вам, как нелепо выглядит сцена со стороны, когда Дилан решит проверить, кто это там в машине спрятался. Но рискни. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Глаза! Глаза! Больно! Глаза! Эй! Это мы! О, черт! Как же это? О, боже! Я... Прости меня! Дилан, мне очень жаль! Я не знала, что это ты! Я испугалась и... Это не газ! Что? Освежитель! О, нет! Боже, моя внученька! Моя Келли! Только не Келли! Ну и еще одна забавная сцена со стороны. Это когда в момент разговора Хекетов Лаури очень захочется узнать, о чем же там речь. И она просунет голову сквозь люк. И исчезнет только тогда, когда на нее посмотрят. Скажи! Она семья. Твой долг — защищать семью. Но ты плохой сын! Я хочу все исправить. Пожалуйста, присядь. Не указывай мне, что делать! Ты кретин! Райан, беги! Ма, пришли Бобби. Дина, я тебе башку снесу! Давайте успокоимся. Чтобы попасть, нужно видеть, крошка. Есть. Ты ответишь за мою Кейли. Ну, отвали от меня! Прекратите все! Констанс. Что у вас тут нахер творится? О, очнись! Ну же! Ну же, ну, очнись! Очнись, очнись! О, она мертва. Бобби... Мамы нет. Чё? Всё, хватит. Хватит защищать их, Трэвис. Когда основная масса народа разбежится, Райан на глазах у зависшего деда нагло залезет в шкаф. После продолжительного побега от Хекетов рассмотрим сцену на чердаке, когда там мы найдем прикованного оборотня Криса. Кажется, это Крис Хекет. Когда мы провалимся на другой этаж, вне кадра все персонажи зависнут, и в следующей сцене всех перенесет совсем в другую комнату. И со стороны тут будет уже какие-то тупники и неразбериха. Ой,
пожалуйста, не сейчас. Черт! В момент, пока игровая камера будет направлена на других персонажей, Лаура превратится в какого-то полуоборотня. Бобби! Пушка! Крис же мертв. В конце сцены в углах комнаты почему-то появится дедуля и его не совсем живая жена. Постоят немного, посмотрят, а после исчезнут. Калеб. Кейли. Ты ее убила. Ее брат. Кстати, оборотень, в которого стрелял Райан, зависнет в полу за спиной у Трэвиса. Все закончится. А кто был до него? Также я не мог вам не показать драйвовую сцену со стороны с Кейтлин и Диланом на свалке автомобилей. Теперь перейдем к длинной сцене погони в коттедже Хекетов. Что за... Thank you.
Чего? Стреляй, идиотка! Ну и наконец, посмотрим финальную сцену со стороны, когда Лаура застрелит Сайлоса. Ты уверена? Ну? Давайте мы уйдем, пока он еще не стал человеком. Слишком поздно. Кстати, вот так Сайлос выглядит в человеческом обличии, если вы вдруг не видели. В самом конце игры у застрявшей в столе бабули можно найти спрятанные бусы в шкатулке, сделанные из глазных яблок, а также разные химические смеси и кучу черепов. К сожалению, больше ничего интересного в данной комнате нет. А если вам понравился ролик и вы бы хотели посмотреть какие-то другие сцены или другую игру, напишите об этом в комментариях. А сегодня на этом все. Спасибо за просмотр и скоро увидимся. О боже, Лора! Ёб твою матрицу! А если... Ты что? Смотри, ну... Большие у тебя глаза.